Привет, друзья! Сегодня у нас есть вот такой железный табурет с профильной трубы 10 на 10, пустотел. В принципе, очень легкий. Видите, как заморочено тут, сварено все двойными проходами. Не просто из трубы, то есть какой-то вот уже дизайн был. Осталось табурета, даже это не стол, табурет. Основание из сосны. Брошировано и обожжено. И вот сейчас задача сделать ему другую сидушку. Желательно более необычную. Сложная конструкция. Вот так это все выглядит. Брошировано, кольца поперечно приклеены и прикручены на черные саморезы. Вот такой у нее вид. Но будем делать что-то необычное. Кому интересно, сразу могу сказать, что это будет сидушка, которая будет имитировать расплавленное дерево. Дерево, стекающее со табуретки, со стула, как угодно его можно сказать, табуретка. И буду я это делать все из березы. При шлифовке таких сложных вещей лучше использовать, конечно, дерево не смолистое, чем хорошо. Не гробится наждачная бумага так сильно. То есть это гораздо проще и однородное будет. Мне брошировать это не надо будет. В общем, кому интересно, погнали. Вот такая конструкция. Склеена. Вот такая вот предварительная часть, которая будет у нас обрастать другими штуками. Здесь как бы сложного ничего. Самое интересное начнется уже в обработке всей этой конструкции. И интрига, как говорится, остается. О. Здесь было все соединено на ус на 45 градусов. Что-то у нас ровно сильно не срослось, но это и критично. Продолжаем.
Ну, самая пыльная и грязная работа сделана. Осталась самая интересная и самая приятная. Это будем покрывать сейчас тиковым маслом. Вот в этом месте даже можно лайк поставить. Кто не подписан, подписаться. Вот береза как раскрывается. Вот здесь вот прям. Как она играет. Ну вот такая у нас получилась крышка. Как и было, вот здесь легло. Береза, конечно, смотрится шикарно. Все блестит. Я думаю, табурет получился стильный. Конечно, кому не понравится. Не стала перегибать с этими соплями. Всего в меру. Вот такая крышечка. Ну, я тему эту еще раз, думаю, еще разовью, но немножко на свой манер. Не забывайте подписываться, друзья, потому что будет у нас еще один будет такой табурет. Вот он у нас стоит. На него тоже будет крышка. И еще есть стол. Уже под столе на него я приклеил. В ближайшее видео будет стол и будет табурет. Но здесь будет сидушка вообще кардинально другая. Ничем не будет похожа на предыдущую. А вот стол их должен будет объединить в своей стилистике. То есть два табурета кардинально разные. А сами сидушки будут... Вернее, стол будет... Две табуретки будут кардинально разные. А стол будет объединять их. То есть он, в нем должны быть какие-то черты одного табурета и черты другого. Сейчас подумаю, как это сделать. Но тоже будет необычно. Он мало того, что будет по форме другой, он даже в цвете будет абсолютно другой. Надеюсь, видео было вам полезно, пригодилось. Если есть какие-то идеи, то накидывайте. Какие-то советы. То есть в комментариях. Жду, что бы вы сделали и что бы как бы порекомендовали на эту тему. Ну, действительно, табурет получился необычный. Все блестит. Да, что-то береза мне понравилась. Очень даже. В общем, колокольчик, комментарий, лайк уже от того зависит, понравилось, не понравилось, друзья. Все-таки как бы стараемся для вас. Такой вот получился табурет. Ну, следующий сейчас будет еще один табурет и будет стол. Все, карты раскрыл. Не пропустите новые видео, друзья. До новых встреч. Всем и пока. Удачи вам.